1507 году молодой монах Мартин Лютер принял священнический сан в августиновском монастыре в немецком городе Эрфурт. Позже он вспоминал, что свою первую мессу он провел в большом страхе и трепете. В сомнениях и неуверенности молодого священника таилась сокрытая сила, которая бурно проявилась в последующие годы его жизни. Здравствуйте, меня зовут Петр Кулаков, и я приглашаю вас на 8-ю программу нашего цикла «День седьмой». Когда Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к двери собора Виттенберге, он не имел ни малейшего желания переворачивать весь христианский мир с ног на голову. Он просто мечтал о некоторых переменах в Римской католической церкви, его церкви. Но Лютер зажег огонь, который уже никто не смог погасить. Нам этот огонь известен как период протестантской реформации, которая указала на священное писание как единственную основу нашей веры. Лютер считал, что Слово Божье является величайшим сокровищем, которым когда-либо обладало человечество. Лютер хотел увидеть переводы Библии на национальные языки, чтобы простые люди могли читать Писание и получать его благословение. Для Мартина Лютера и его коллег основой всего была Библия. Она была стандартом истины и эталоном всех учений. Их девизом стало выражение «sola scriptura» — «только Писание». Для Лютера Библия являлась единственным авторитетом в вопросах веры и практики. Это подвергало сомнению церковные традиции. Говоря другими словами, для Лютера Библия была стандартом, которым следовало мерить церковные традиции. Протестантская реформация была движением протеста против Римо-католической организации и многих учений этой церкви. Этот протест способствовал появлению огромного количества церквей и деноминаций, которые мы наблюдаем сегодня. Все могло быть по-другому, если бы Римо-католическая церковь созвала общецерковный собор и обсудила вопросы, поднятые реформаторами. Но первые призывы к собору, казалось, были обращены в пустоту. Доктор Джон О'Малли, преподаватель иезуитской истории, рассказывает нам, почему это произошло. Климент VII был папой в период с 1523 по 1534 годы и очень боялся созывать соборы, прежде всего потому, что опасался, что собор попытается лишить его папского престола. Возможно, это были необоснованные страхи с его стороны, но тем не менее было что-то в его сознании, что вызывало в нем эти страхи. Папа был не единственным противником созыва собора. Король Франции также опасался созыва собора, но в основном по политическим мотивам. И даже король Англии был категорически против этого созыва. В конце концов, под давлением обстоятельств, в 1545 году руководители католической церкви собрались в городе Тренти у подножья Альп в Северной Италии. В течение 18 лет Трентский собор пытался найти решение по наиболее критическим вопросам, с которыми когда-либо сталкивалась католическая церковь. Первой из наиболее значимых проблем, рассматриваемых собором, был вопрос конечного авторитета, другим словом, что является главным — священное писание или церковные традиции. Гаспар де Фоса, архиепископ Реджо Калабрии, выступил в защиту принятой церковной позиции, обвинив протестантов в отвержении верховенства Римско-католической церкви. Еретики века сего стараются перешагнуть через авторитет церкви. Они заявляют, что основанием их веры являются священные писания, но на самом деле церковь обладает большим авторитетом, чем писание. Именно церковь указывает нам на писания и провозглашает их божественными, с верностью толкуя те их места, которые представляются трудными для толкования. Трентский собор постановил, что авторитет церкви покоится на двух столпах. Не только на Писании, но и на том, что собор назвал традицией. Апостольская преемственность в вопросах веры и авторитета, передаваемых последующим поколениям, наряду с Писанием служила дополнительным столпом, поддерживающим авторитет учения Римско-католической церкви.
Декрет Трентского собора по этому вопросу начинается с признания того факта, что вера и обряды Церкви основаны на учении и проповеди Христа и апостолов. Это учение и проповедь дошли до нас двумя путями. В письменной традиции, назовем ее писаниями, и, так сказать, в устных традициях, восходящих ко времени апостолов. В этом заключается фундаментальная позиция, которая до сих пор разделяет римскую церковь от всего протестантского мира. Настаивая на авторитете церковных традиций, епископы на соборе тем самым утвердили множество небиблейских учений и обычаев. В этом указе собор не перечисляет конкретные традиции. Но из дискуссии мы знаем о тех вопросах, которые волновали умы епископов, например, крещение младенцев. Где можно обнаружить эту практику в Библии? И тем не менее, это глубоко внедренная христианская практика. Или учение о том, что Христос нисходил в ад. Не совсем ясно, где в Новом Завете можно найти это учение. И что можно сказать о соблюдении воскресения. Этого учения в Новом Завете также нет. Что можно сказать о самом апостольском исповедании веры? Сегодня нам доподлинно известно, что оно не датируется временем жизни апостолов, хотя люди, собравшиеся на соборе в Тренте, верили в это. Вот вам еще один наглядный пример традиции, который не давал покоя людям, собравшимся в Тренте, и чувствовавшим, что они не могли просто взять и подписаться под мнением о конечном авторитете Писания в самом строгом смысле этого слова. Итак, как же могло произойти изменение дня поклонения с субботы на воскресенье? Для епископов Римско-католической церкви, собравшихся в Тренте, ответ был ясен. Суббота, самый славный день в законе, была изменена на день Господень. Это было сделано не по повелению Христа, но силой авторитета церкви. Анабаптисты. Вот при упоминании кого кровь одинаково вскипала как у католиков, так и у протестантов XVI века. Свое название они получили, потому что не признавали крещение младенцев, которое было обычной практикой у всех христиан того времени. Анабаптисты верили, что крещение необходимо только для взрослых, понимающих и принимающих весть Евангелия. С самого начала анабаптистского движения в 1525 году власти, и католические, и протестантские, усматривали в нем угрозу гражданскому порядку государства. Анабаптисты отрицали, что церковь и государство могут обладать хоть какой-либо властью над совестью человека. Они учили, что простой человек способен понимать Библию самостоятельно, не нуждаясь в том, чтобы за него толкованием занималась церковь. И что единственная истинная церковь — это церковь Иисуса и апостолов, описанная в Новом Завете. Это значительно отличалось от римско-католических учений и было еще более радикальным, чем взгляды большинства протестантов. Анабаптисты видели в своем движении обновления попытку восстановить истинную церковь, основанную на евангельском учении Христа, и по модели ранней церкви, как она описывается в книге «Деяния апостолов». Некоторые историки рассматривают Андреаса Боденштайна фон Карлштадта как предвестника анабаптистского движения. В юности он был другом и коллегой Мартина Лютера, но их дружба прекратилась из-за богословских различий. Они оба верили в необходимость использования Писания, однако Лютер признавал любые добавления к Писанию, если они ему не противоречили. Для Карлштадта существовало только Писание, и к нему ничего нельзя было добавлять. Изучение Карлштадтом Библии привели его к пониманию библейской субботы и ее духовного значения. Вот что он говорит. Соблюдение субботы имеет двойную цель. Мы должны покоиться в послушании Богу и молиться Ему о всякой святости, ожидая ее обретения. Этот покой приходит через признание человеком того факта, что святость возможно получить только через Христа, и мы должны быть святы, как свят сам Бог. Когда он говорит о субботе, он имеет в виду некую внутреннюю субботу, в противовес субботе внешней. Ему более интересна внутренняя суббота,
означающее Божий покой внутри себя. Это можно назвать чем-то вроде внутреннего освящения. Но именно в этом ее великое предназначение. Внешняя суббота должна быть средством, помогающим достичь внутренней субботы. В отличие от Карлштадта, Лютер и другие реформаторы, в общем-то, были согласны с тем, что библейская суббота никак не относилась к христианам. Наоборот, они продвигали идею воскресения не как замены субботы, но как празднование воскресения Христа. Но Карлштадт верил, что соблюдение воскресения — это просто человеческое изобретение. И он был не одинок в своих взглядах. Два проповедника анабаптиста, Освальд Гляйт и Андреас Фишер, исповедовали те же самые взгляды. Когда они читали Библию с начала до конца, они не могли найти ни одного места или авторитетного заявления, которое бы объяснило замену субботы на воскресенье и субботнее поклонение на воскресное. Это происходило в Силезии, на юге и западе Польши, где Гляйт и Фишер начали проповедовать и учить о субботе, в седьмом дне недели. Это была местность, где жили в основном анабаптисты. И этим двум мужам сопутствовал большой успех в организации групп, соблюдающих субботу. Их деятельность была столь успешной благодаря ясной и логической аргументации. Вот некоторые примеры. 10 заповедей — это основание нравственного закона. Поэтому суббота, 4-я заповедь, это часть нравственного закона, которому должны повиноваться христиане. Существует не 8 или 9, но 10 заповедей. Мы не можем говорить, что некоторые из них следует соблюдать, в то время как о других можно забыть. Сам Иисус соблюдал субботу. Апостолы и отцы ранней церкви учили необходимости соблюдения субботы. В церковную практику воскресное поклонение вошло благодаря папе Виктору и императору Константину. С другой стороны, сам Бог установил субботнее поклонение. И нам следует соблюдать субботу, если мы любим Бога. Ни Гляйту, ни Фишеру не было суждено умереть естественной смертью. Гляйт был арестован, перевезен в Вену, где его бросили в тюрьму, пытали и, наконец, утопили в Дунае. Типичная судьба анабаптиста. Судьба Фишера была несколько иной. В 1529 году Андреас Фишер и его жена появились в Словакии, проповедуя среди шахтеров. За это они были арестованы и перевезены в замок Чичва. Этот арест произошел в мае. Их держали в сырой темнице до августа, пока проходило некое подобие расследования. Оба были приговорены к смерти. Жена через утопление, а Андреас Фишер через повешение. Жену действительно вывели к реке и утопили. Казнь Андреаса Фишера была совершенно другим делом. Нет, они действительно повесили его. Повесили на одной из башен замка. Несколько часов он висел на веревке, задыхаясь, но не умирая. Может быть, не выдержала веревка, а может, друзья ее подрезали. Записи не содержат никакого объяснения, как это случилось. Ясно только одно. Андреас Фишер выжил. После таинственного или даже чудесного избавления Фишера от казни, он еще 10 лет трудился в качестве путешествующего проповедника. Он появлялся то в Моравии, то в Богемии, то в Словакии, и, похоже, в течение последующих 10 лет без устали путешествовал по этим местам. В 1540 году Андреас Фишер был схвачен и отведен в замок Красногорка, находившийся на территории современной Южной Словакии. На этот раз не было ни расследования, ни спасения, ни выжившего. Оказывается, что множество народа соблюдало седьмой день в субботу на довольно большой территории в течение 15, 16 и 17 веков. Мы уже упоминали о России, Эфиопии, Испании, Индии. Но в поисках наиболее выдающегося примера мы отправимся в Англию.
Там король Генрих VIII заимствовал всю церковную систему из римско-католической церкви. Он перенял соборы, монастыри и школы. Он перенял церковную иерархию, священников и епископов всех уровней. Он перенял все это и создал собственную версию национальной протестантской церкви, а именно англиканскую церковь. В январе 1583 года в Парижских садах на окраине Лондона 8 человек погибли и множество было ранено при обрушении трибуны для зрителей. Это произошло воскресным вечером, когда громадная толпа собралась, чтобы посмотреть на травлю медведей. Травля медведей была жестоким, отвратительным, бесчеловечным зрелищем, где люди развлекались, глядя на то, как свора разъяренных собак нападала на закованных в цепи медведей. В Англии XVI века это была популярная форма развлечений. Сама королева Елизавета была ее частным зрителем. Была ли трагедия в парижских садах знаком Божьего гнева против общества, исказившего до неузнаваемости Святую Субботу? Пуританские проповедники решили, что это именно так. Но здесь есть интересный момент. Большая часть этого пуританского призыва к реформе субботы вообще не касалась самой субботы. Они говорили о более строгом соблюдении воскресения. Однако были и те немногие, кто призывал к реальной реформе субботы или возвращению к библейской субботе. Они стали известны как мужи седьмого дня. Одним из первых героев среди мужей седьмого дня была женщина Дороти Траск. Ее муж Джон Траск был ревностным пуританином, арестованным в 1617 году за то, что призывал людей соблюдать и светить седьмой день. Он отказался от своих взглядов на субботу, чтобы избежать пожизненного тюремного заключения. Но Дороти была иной закалки. За свои убеждения в отношении субботы она была брошена в тюрьму, где и оставалась до дней своей смерти. В 1628 году англиканский священник Теофилус Брейберн издал первую книгу на английском языке, призывающую соблюдать седьмой день, субботу. Его книга «Рассуждение о субботнем дне» положила богословское основание для всего движения, которое в той или иной форме дожило до 21 века. Суть дела ясна. Все, что нам необходимо, это поднять наши хроники дней и недель, и это положит конец всяким спорам. Это покажет, что именно седьмой день, субботу творения, мы должны светить. Когда вы сумеете показать мне в Писании, что существует некий иной седьмой день, нежели тот, который мы называем субботой, тогда я соглашусь, что четвертая заповедь подразумевает некий иной седьмой день, кроме субботы. Основа аргументов Брейберна в отношении субботы — это абсолютный авторитет Библии. Он настаивал, что именно суббота есть седьмой день. Седьмой день недели, установленной Богом при сотворении. И седьмой день, упомянутый в десяти заповедях. Для меня не важно, какой день вы называете святым днем, субботу, воскресенье или понедельник, но если мы испытываем уважение к Богу или к Его Писанию, то давайте посвятим Ему тот день, который Он сам избрал, но не другой. В этом был здравый смысл. В 1660 году Брейберн опубликовал брошюру, утверждая, что вопрос субботы и воскресенья являлся наиболее обсуждаемым в англиканской церкви в то время. Его величайшая надежда состояла в том, чтобы вся англиканская церковь обратилась от соблюдения воскресения к соблюдению истинного седьмого дня – субботы. Свои доводы в защиту субботы Брейберн основывал на библейском повествовании. От сотворения до времени десяти заповедей, в учении и жизни самого Иисуса, а затем его апостолов в церкви первого века, мы нигде не видим свидетельства о перемене дня поклонения, а потому, утверждает он, церковь должна поклоняться Богу в седьмой день, в субботу. Богословие Брейберна по вопросу субботы было абсолютно христоцентричным. Он рассматривал субботу не только как памятник творения, но и как символ искупления во Христе. Позиция официальной церкви заключалась в том, что четвертая заповедь была
частью церемониального закона, который был упразднен с крестной смертью Христа. Брейберн назвал такую аргументацию чудовищной смесью и указывал на то, что все 10 заповедей были написаны на камне рукой самого Бога, и ни в одной из них не было ничего церемониального. Десятиславие или Деколог, то есть нравственный закон, произнесенный Богом и написанный Его перстом на каменных скрижалях, все еще имеет силу. Оппоненты Брейберна говорили, что Христос изменил субботу на первый день недели. Он же отвечал, что подобные высказывания – суть открытая клевета и ложь против Христа. Свой взгляд он основывал на том, что должно быть очевидным даже для его врагов. Писание не содержит ни одного слова Христа в отношении изменения субботнего дня. Брейберн считал, что соблюдение воскресения было ошибкой, ответственность за которую лежит на римской церкви, и основана она на традиции, а не на писании. Другие мужи седьмого дня согласились с ним. Они не боялись обвинить Рим за перенос дня покоя с субботы на воскресенье. Они призывали английский парламент исправить эту ошибку. По Божьему повелению мы призываем вас вернуть святую субботу Господню на ее истинный день. Однако подобный разговор был уже опасен. Некоторые из мужей седьмого дня дорого заплатили за свои смелые высказывания. В 1632 году Теофил Брейберн был арестован и заключен в лондонской тюрьме Гейтхаус. Суд оштрафовал его на 1000 фунтов, что эквивалентно в настоящее время 150 тысячам долларов Соединенных Штатов. Его лишили лицензии служителя и отлучили от англиканской церкви. Кроме всего этого, он провел за решеткой 1,5 года. Но суды и тюрьмы не могли отвратить Брейберна и его соратников, мужей седьмого дня, от их намерений. Джеймс Окфорд был баптистом, жившим в городе Селсбери. В 1650 году он написал книгу, защищающую соблюдение седьмого дня и названную «Учение о четвертой заповеди». Один из его главных аргументов, согласно титульному листу, заключался в том, что четвертая заповедь была искажена папством. 100 экземпляров книги Окфорда были арестованы властью мэра Селсбери, а один из образцов направлен в парламент. Буквально через пару дней палата общин осудила книгу, назвав ее ошибочной, скандальной и лживой, и приказала подвергнуть публичному сожжению все экземпляры книги в Англии и Уэльсе. Сам Окфорд был отлучен от церкви и приговорен к тюремному заключению. Единственный экземпляр книги, сохранившийся до наших дней, находится в одной из библиотек Оксфорда в Англии. Другой проповедник субботы, Фрэнсис Бэмфилд, был потомком сэра Фрэнсиса Дрейка и братом уважаемого члена парламента. Хотя он и был одним из выдающихся английских проповедников своего времени, его инакомыслие привело его в тюрьму в 1663 году. Именно там, в тюрьме Дорчестера, он открыл для себя библейскую субботу и стал ее соблюдать. К нему присоединились и некоторые из его сокамерников. После своего освобождения Бэмфилд стал выдающимся сторонником празднования субботы. Спустя 10 лет, в 1683 году, он был арестован во время проповеди в своей общине в Лондоне. Через год он умер в тюремной камере. Несмотря на трудности и гонения движения седьмого дня, процветала в Англии 17 века. Множество общин собиралось для поклонения по субботам по всей стране. Вудхэм-Мортимер был местом жительства одного из наиболее выдающихся и влиятельных мужей седьмого дня. Личный врач 3 поколений английских королей и королев Питер Чемберлен был известным доктором, многие годы своей жизни соблюдавшим субботу. Чемберлен был энергичным и амбициозным человеком, не боявшимся прямо говорить то, что было у него на уме. В 1682 году он написал открытое письмо лорду-канцлеру, называя папу в нем «увенчанный 3 венцами малый рог, изменивший времена и законы».
указав на удивительное пророчество из ветхозаветной книги Даниила. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Питер Чемберлен и другие мужи седьмого дня верили, что это пророчество предсказало нападки римского понтифика на библейскую субботу. Были ли правы Чемберлен и другие? Некоторые критики рассматривают их взгляды как буйную фантазию неистовых нонконформистов. Но какими бы радикальными не были их взгляды, мужи седьмого дня в Англии 17 и 18 веков положили начало процессу, продолжающемуся до сего дня. Баптисты седьмого дня, их непосредственные духовные преемники, пронесли их учение о субботе сквозь века и расстояния, пересекли Атлантический океан и достигли нового света. Мы же расскажем их историю в девятой программе нашего цикла «День седьмой».